Официального подтверждения романтической связи Максима и Нино ждут все их поклонники. Ведь, несмотря на желание пары скрыть общение, их все чаще видят вместе. Не так давно в сети обсуждали совместный отдых актеров, который они провели в Одессе, скрывшись от любопытных глаз. С каждым днем поклонники убеждаются, Виторган совершенно очарован молодой избранницей. И ради нее, по мнению фанатов, мужчина решился на интенсивный курс похудения и омоложения. Сегодня артист опубликовал в микроблоге снимок, на котором предстает лежащим, обмотанным бинтами. В подписи к кадру Максим объяснил, что проходит оздоровительные процедуры. «Спасибо, что перезапустили мою лимфодренажную систему. Правда, теперь я весь очень чешусь, но, говорят, это пройдет, а система останется», — шутит звезда. Виторган доверился профессионалам элитного спа-центра, где можно остановиться на несколько дней. Стоимость одного интенсивного курса здесь начинается примерно от 50 тысяч рублей в день. Это любимое место таких звезд российского шоу-бизнеса, как Анна Седокова, Ольга Кабо и многих других. Клиентам предлагают комплексную диагностику организма, а также терапию. К слову, сама Нинидзе в похудении не нуждается. После рождения первенца от экс-супруга Кирилла Плетнева молодая мама быстро вернулась к прежней стройности. Недавно актриса даже опубликовала провокационный снимок в микроблоге, на котором предстала полностью обнаженной. Кто является автором этого фото, до сих пор неизвестно. Максим Виторган отдыхает в Одессе с Нино Нинидзе. К слову, ее бывший избранник признавался, что страдает без возлюбленной. По словам Плетнева, с уходом Нино в его жизни наступил затяжной кризис. Говорили, мол, клин клином вышибают, ищи скорее новую любовь. Но я к этому не готов. Набираюсь сил и душевного тепла. Знаете, раньше, когда я становился свободен и только начинал чувствовать себя счастливым, в меня сразу вцеплялась какая-нибудь женщина, будто чувствовала этот тестостерон от меня, но сейчас я так не хочу. Пусть новая жизнь начнется иначе, говорил актер.